Священномученик Михаил Косухин родился в 1858 году в Тверской губернии. Пойдя по отцовским стопам, Михаил окончил Московскую духовную семинарию и был рукоположен в сан священника. В храм села Дымцево Бежецкого уезда отец Михаил был назначен в 1907 году. И здесь батюшка прослужил до самого своего ареста. В 30-х годах священнику выживать было весьма трудно. Имея из родных лишь дочь, престарелый батюшка с помощью Божией справлялся с небольшим своим хозяйством. Но большевики у него все нажитое отобрали, и скотину, и клочок земли, даже дом. Вместе с дочкой отец Михаил поселился в церковной сторожке, и советская власть тогда его больше не трогала, полагая, что 70-летний священник и так уже не жилец. Посему и храм его вскоре уже можно будет закрыть. Однако этого не случилось. Священник все служил и служил, а преклонный возраст и близость смерти придавали ему еще больше решимости и дерзновения. Он без устали проповедовал, и за эту ревность о спасении душ веренного ему Господом словесного стада прихожане любили его. Готовы были всегда прийти к нему на помощь. Видя это, большевики принялись изживать священника. А в 1936 году, на волне повсеместных гонений, они отца Михаила арестовали, 79-летнего, больного, практически недвижимого, и приговорили к расстрелу. Но до исполнения приговора священномученик не дожил, скончавшись в больнице. Тринадцатое сентября. День памяти священномученика Михаила Косухина, пресвитера.